трубец – это заполнение соединительной тканью, в которой нет потовых и сальных желез. Появляется она в зоне дефекта, который получен или во время травмы, к примеру, операции, ушибок, каких-то других манипуляций или также воспалительных высыпаний. Как диагноз мы определяем вид трубца. Выбирая метод лечения, мы, конечно, смотрим на вид трубца, на его цвет, и наши аппараты, а также инъекционные методики, которыми мы владеем, которые у нас есть, позволяют грамотно скорректировать, улучшить, и если не совсем удалить рубец, то сгладить его кардинально. Данной платформы мы также имеем возможность работать на текстуру, на структуру рубца, моделируя ее так, как нам необходимо, стирая практически границы, и рубец становится расплывчат на фоне окружающей кожи, более незаметен. Плюс IPL технологии позволяют работать с постпигментацией, которая бывает после воспалительных процессов, и с сосудистыми патологиями в зоне рубца. Для атрофических рубцов у нас также существует платформа, на которой мы работаем, это аппарат Secret. Микроигольчатый RF-лифтинг, он позволяет без повреждения эпидермиса работать на глубокие слои кожи, тем самым восстанавливая эластичность ткани и уменьшая атрофические рубцы, применяемые их для растяжек и рубцов постакне. После того, как пациент приезжает на консультацию, мы составляем грамотный план лечения, исходя из вида рубца. Они являются одноразовой процедурой, зачастую это очень сложный путь для пациента, длительный, занимающий несколько месяцев, потому что процедуры проходят с неким интервалом, 3-4 недели. Пациент должен приезжать или находиться здесь на месте жить. Если пациент приезжает, скажем, из соседних стран, таких как Литва, Эстония, Россия, он может приехать раз в месяц на процедуру. Мы стараемся наших пациентов не задерживать. Пациент приезжает на первичную консультацию. Если это возможно, то мы в тот же день или в ближайшие дни планируем процедуру в зависимости от занятости пациента. Стараемся сделать максимально в короткие сроки. Количество процедур зависит от самого рубца и от того, молодой это рубец, то есть прошел ли год, в течение года рубец считается молодым, или больше года, то, конечно, увеличивает необходимость процедур. С молодыми рубцами работать быстрее и легче, они быстрее поддаются своей реструктуризации и сглаживанию. Поэтому в данном случае все индивидуально, но пациент должен рассчитывать примерно 2-3 визита в клинику. Мы предлагаем фракционную лазерную шлифовку на аппарате Acupulse компании Lumenis. Это золотой стандарт сейчас в мире лечения рубцов. Результат виден уже с первой процедуры. Рубцы становятся гораздо глаже и менее видимыми. Второй аппарат, который мы используем, это платформа M22 той же компании, которая сочетает в себе IPL и необляционный фракционный лазер Resurfix, который является единственным в Балтии, доступным только здесь. Пациенты с других стран тоже находят нас, потому что часто бывает, что лечение здесь гораздо ниже по стоимости, чем лечение за рубежом. Пациенты отмечают то, что клиника для них привлекательна в плане уюта клиники. Здесь очень светло, пациенты чувствуют себя комфортно, нет суеты. Пациентам очень нравится аппаратура, с которой мы работаем. Пациенты очень довольны, потому что они видят результат уже после первой процедуры, с каким бы рубцом мы ни работали. Большая часть пациентов – это из соседских стран, таких как Литва, Эстония, Россия. Конечно, прилетают пациенты из Франции. Пациент связывается с клиникой напрямую. Пациенты к нам приходят по-разному. Кто-то связывается с нами через электронную службу, email.